Перед уборкой обязательный инструктаж. Участник движения «Мусора больше нет» объясняет, что отходы нужно не только собирать, но и сортировать. Все, что вывезут, потом отправят на переработку. Для европейцев привычная процедура. Стекло в один мешок, пластик в другой. Нашим было непривычно. Это пластиковые бутылки, это стекло, металл и алюминий. Все остальное, все не названное, оно идет в общий мусор и поедет на свалку. А эти четыре фракции, они будут отобраны и увезены на переработку. То есть они не пополнят наши свалки, а наоборот станут ценным вторсырьем. Очистить часть Канонерского острова от мусора молодые предприниматели решили на тренинге. На бизнес-занятиях им было предложено совершить одно доброе дело. Среди участников школы оказалась Анастасия Осмоловская, по профессии косметолог, эколог в душе. Она-то и предложила дать бой мусору. Мы сначала искали место, где наиболее сейчас важно убраться, так как здесь вот несанкционированная свалка и очень много отдыхающих, моряков и рыбаков, да, кто за собой не убирает мусор. Остров относится к так называемым территориям безведомственной принадлежности. Уборку по графику тут проводят администрация Кировского района и выезжают волонтеры. Активисты за этот год чистили округу уже трижды. Однако вывести все тонны строительного мусора практически невозможно. Не успевают убрать одну кучу, рядом вырастает другая. Вечером можно наблюдать, как на территорию Канонерского острова заезжают многочисленные машины, груженные мусором строительным, да, какими-то шинами, отходами и так далее. Несколько раз пытались остановить машины, спрашивали, кто их сюда отправляет, они не могут сказать, поэтому просто сказали, что не ехать, и все. Убирать мусор выходят активисты, экологи, депутаты и глава лично. С 2016 года часть острова включена в территорию зеленых насаждений общего пользования. При этом не один год администрация пытается получить средства на ликвидацию всей свалки. Как только город выделит деньги, так сразу уберут. Пока не на что. Соответственно, нет и контейнеров в достаточном количестве. В части ликвидации несанкционированной свалки строительных отходов администрация заключен контракт с подрядной организацией на разработку проектно-сметной документации. Сейчас данные работы произведены. Объемы свалочных масс, которые расположены на территории Канонерского острова, составляют порядка 50 кубометров. Финансирование, необходимое на данную ликвидацию свалки, около 40 миллионов рублей. Данного бюджетных ассигнований у нас нет. С 2015 года мы направляем заявки в Комитет финансов. В настоящее время заявки не утверждены. Почти все приготовленные для отходов пакеты закончились за час. И ушли они не под строительный мусор, а под тот, что после себя оставляют горожане. Те из волонтеров, кто раньше никогда не убирал городскую территорию, были, мягко говоря, неприятно поражены масштабами мусорной проблемы. Люди у нас очень некультурные, потому что такое количество мусора, ну, честно, меня немного в шок вводит, потому что если ты едешь на природу отдыхать, логично с собой взять, я не знаю, там пакет, сложить все в пакет и вывезти, а не вот такую помойку устраивать. Банки, бутылки, объедки, пакеты, коробки – все это гниет и привлекает мелких животных. Многие из лесных обитателей гибнут, застряв в пустой таре, что тоже не сказывается положительно на экологической обстановке этой местности. Мусор – вечная проблема мегаполисов. И если Европа давно научилась его перерабатывать и сделала трендом одежду, ранее бывшую отходами, то мы пока в начале пути, хотя определенные сдвиги есть. Одежда из вторсырья у нас есть, иногда об этом даже пишут на этикетках. Вот, зачастую покупаете одежду или изделие из вторсырья, просто не знаю, что оно из вторсырья, но оно из него изготовлено. Откуда на острове берется строительный и промышленный мусор, вполне понятно. Но вот откуда столько бытового мусора, понятно не вполне, так как все отрицают свою причастность. Рыбаки говорят, это праздно отдыхающие на шашлыках и купающиеся местные жители. Местные жители утверждают, что они-то за собой убирают, а вот гости из других районов не хотят тащить с собой остатки застолья. Гости из других районов удивляются, а что мы забыли на Канонерке, мы туда и не ездим. Так что вопрос пока открыт. Чтобы окончательно расквитаться с мусором, активисты предложили один рецепт. Впрочем, он оказался не новым, всем давно известным, но по-прежнему не повторявшим ни актуальности, ни эффективности. Надо просто начать себя не мусорить. Тем самым уже будет большой плюс для города и для природы.